составе команды СКА Хабаровск, играл в премьер-лиге. СКА Хабаровск просел сейчас в ФНЛ, но решил он все-таки поменять прописку на Томск. И не зря, пятый номер забивает. Это, значит, более детально. Следует подача. Ну, без помех. Без вообще помех. Абсолютно никем не был прикрыт. Токому игроку, которому никто не помешал прицелиться и сделать передачу такую прям. Ну, это начинается девятая. Луч сразу же идет отыгрываться. Часовский сейчас будет бить. Найдет он. Такая спинка была от Павленко на Часовских, но там и вот для Томска хорошая возможность провести атаку. Я отказаю. Хороший перевод на план. Кузнечок. Забегание, удар. Копиров в порядке. Копиров плавно идет к завершению. Атака. И Томь в атаке. Хорошим темпом бегут. Передача. Кухарчук. Удар хороший в дальний угол. Хорошая ответная атака быстрым темпом. Опять поймали луч на... Опасная была подача, но подача была действительно неплохой. Нет, победа. Томи, дальний удар следует в исполнении на игру. Сегодня 61-й Степанец с мячом. Вот уже дошли до штрафной площади, им нужно заносить удар. Удар следует, попадает в защитника, Кухарчук второй удар, и там судья фиксирует томские футболисты. В этом эпизоде Калинский подает, отличная подача, Кухарчук в боевой позиции, удар, Копиров наедет за Мармиева, не вышло, и Янказаев уже тянет мяч вперед, передача с мячом, выходит он на рандеву с Копировым, и это 2-0. Янказаев, как я понимаю, первый матч в сезоне, если не брать скупой матч с Хабаровском, где... Но, тем не менее, все-таки Томь лидер первенства, нужно это учитывать, и сейчас... И вот смотрим, спокойно, как будто Кухарчук. Нету. Кухарчук тут убирает на замахе, смотрит, куда дать пас, отдает пас, стеночка, еще одна стеночка, выход. Потрясающе, потрясающе. Пас пяткой, удары, ну пижонят уже откровенно. Вот игру. Он снова с мячом. Вот в обыгрыш. Как уходит от здорово, сейчас передача, хорошо тут. 17 номер, но все равно мяч у футболистов Томи, и будет удар по воротам. Отбивает Мухатовска в штрафной площади луча. Конечно, хотелось бы, чтобы более точные передачи шли, потому что ну, есть возможность передачи делать и делать штрафную площадь. Вот сейчас, как мы видим. О, Часовских! Да. Какой момент в этом сезоне. Ну, давайте посмотрим. Тут и Мерехов, конечно, стал абсолютно в воздухе ни капли. И... Вот Носов теперь будет бить. Ой, какой гол исполнили Александра Носова. Давайте посмотрим на этот потрясающий удар. Обыграл он Клещенко. Мяч спиной к воротам. Обыгрывает Клещенко. И отличный, отличный по красоте мяч. Это просто было одно из самых опасных, если я что-то вспомнил. И это гол. Какой сейв в исполнении Мелехова. Второй. Выпрыгивает, судя по всему, Давид Захов. Ну это как раз я и говорил, да, Алексей. Вот получилось сначала одна атака, Часовских удар. И это гол! И это взрываются гол! Трибуны. Хузин просто в истерии. Последний. Давайте продолжать смотреть за этой потрясающей игрой. Уже ММА. Атака луча, Прокофьев. Ох, хороший удар Станислава Прокофьева. Выше остается игрокам Томи. Звучит финальный свисток. Ничья 2-2.